тема родилась в начале третьего века в семье знатного римлянина. Будучи христианкой, она с ранней юности помогала бедным и больным. Во времена гонения на христианство она была предана мученической смерти в 225 году. Память ее празднуется 25 января. Агнца святая Татьяна, жизни смысл ты обрела в Христе. Ныне ты в сиянье лучезарном, ты конзираешь в девственной красе. За возлюбленного жениха Христа ты муки несказанные терпела. За это ты навек святые небеса голубицей чистою взлетела. Ты венцом небесным увенчана, святая Агнца Татьяна, нам верой чистой души оживи и на стезях спасенья укрепи. Ныне Богу молишься за нас ты в небесах, где святых ликов сон. Помоги нам в жизненных напастях устоять в единстве со Христом. Земле моей.